Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». На всех стройплощадках работы организованы в штатном режиме. Они находятся на круглосуточном контроле регионального заказчика, подрядчиков и администрации Самары. На перекрестке улиц Полевой и Новосадовой выполняется устройство стартового котлована. Готовность свай 65%. Общая готовность котлована приближается к 30%. А в исторической части города разработка стартового котлована завершена. Однако продолжаются подготовительные работы для конструкции тоннеля проходческого комплекса. Специалисты монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг другу. Также в ближайшее время необходимо завершить закольцовку водовода в районе улиц Галактионовской и Красноармейской. Кроме того, на этом перекрестке переустроят трамвайные пути. Минимизации неудобств для горожан уделяется повышенное внимание. Кроме сужения автодороги на одну полосу в направлении из города, больше никаких ограничений движения на время переустройства трамвайной линии не планируется. Трамваи продолжат курсировать по старому полотну. После укладки путей, стыковки старого и нового полотна и переподключения контактной сети МПТТУ организует пробный пуск трамваев. Итогом станет комиссионная приемка. После переустройства линии продолжатся другие работы в рамках строительства метро. После ввода в эксплуатацию новой станции «Театральная» у горожан появится возможность быстрее добираться из отдаленных районов до исторического центра города. Нужно немножечко потерпеть. Все будет. Будет удобнее добираться, в том числе и до знаковых учреждений культуры областного центра. И, в частности, до Института культуры, потому что мы стоим в самом центре Самары, в непосредственной близости от театра оперы и балета, драматического театра, филармонии и других учреждений.